Це Ваня. Він міг би скласти конкуренцію самому Ектору. Реально, чесно. Його страви з задоволенням наминали... Кучма. Квасневський. Ляхваленца. И еще какой-то перец. Ну да, там готовы там шашлыки там из оленины, стейки из косули, стейки из крокодила. Та найбільше Ваня пишається тим, що годує найкрутішого олігарха Дніпропетровська. Якщо я скажу, хто мій шеф, я буду вынужден вас убити. Я делаю, допустим, то, что нравится таким людям. Те, которые могут себе позволить слетать в Париж, купить ту головку сыра, приехать обратно в Днепр, сесть у себя дома и попить чай с этим сыром. Ну, ему не нужно туда лететь. Позвони Ване, Ваня тебе сделает. Юля, буду готовить пасту карбонару. Хуже, чем у итальянцев не будет, потому что, ну, я там был. То есть я стажировался во Франции, в Италии. Работа крутая, она мне очень нравится. Ще пак, над однією вишуканою стравою Ваня може шаманити цілісінький день. А куди мені спішити? У мене що, запара? Или що? У мене до обіду ще півтора часа. Тоді як дружина Ліда за той самий час встигає приготувати 40 літрів борщу, 50 кілограмів випічки та 200 котлет, аби нагодувати цілу юрбу дітлахів. Я працюю поваром в столовій. У меня каждые 40 минут идет процесс питания. Садиться некогда просто. Допустим, те же 600 булок. Невозможно присесть, потому что тут тесто подошло, нож подходит. Его нужно раскидать. Раскидал, ну сейчас вот мы бы. Потом это делаешь, формуешь. Пока формуешь, все это выпекается. И вот это оно, круговорот вот этот происходит. И поэтому сидеть точно некогда. Тут нужно успеть, все по времени, все рассчитано. Работа такая, которая постоянно на ногах. Очень тяжело. Прихожу с работы 8-9. Але на цьому робочий день в Ліди не закінчується. Сначала там на роботі я спашую себе по 12-14 часов, потом прийди ще дома от роботи. Закупи продукти, приготуй, накрой, убери, за всеми поухаживай. Поки Ліда хазяйнує, Ваня бодай міг би вечерю приготувати. Але ставати вдома до плити йому статус не дозволяє. Так, він ж цар. Ваня крутий повар, Ваня крутий чувак. Замість допомогти, Ваня лише критикує дружину. А що за нарізка? Такі от опалубки, розумієш? В мене гусі в селі менше оці, ковтали. Треба чуть тоньше. Столовка. Столовка номер 15. Чтобы каждая соломочка была к соломочке. С любовью. Вспушили. Насыщили продукт кислородом. И положили в мисочку к салату. Все. Помой нож, помой доску, вытри насухо, положи капусту в холодильник и быстренько жарь... Ой! Мясо. Как повара я бы не взял бы жену на работу в свой ресторан. Она остановилась на определенном этапе. Там подбивная, фри, салат с капустой. А ще 15 років тому Ліда нічим не поступалася Вані. Вони разом працювали в найкращому ресторані Дніпропетровська, де й придивилися одне до одного. Видів губи, глаза, сиськи, тобто висока, ефектна. Белый волос, ну что еще надо, ну классно, ну запало, конечно, не знаю, влюбился. Родилась сначала Настя, а потом Поля. Навіть поява двох дітей не відірвала Ваню від кар'єри. А от Ліді довелося забути про високу кухню. Я так понимаю, что, скорее всего, это будет просто мечтой, потому что на данном этапе это невозможно. Ну, звісно, з такими донечками, як у Ліди, не те, що про кар'єру, про відпочинок ніколи думати. Поля у нас така живчик. Трирічна Поліна – справжнісіньке стихійне лихо. Вона запросто може нарисувати, чогось втереть, розліть, оторвати, вивернути все, якщо їй потрібно. Якщо Поля додає мамі роботи, то 12-річна Настя могла б і допомогти.
Настя! Что? Вынеси, пожалуйста, мусор. Я и мусор. Ти хочеш, щоб я винесла мусор? Настя, як і тато, впевнена, справи простих смертних її не обходять, адже вона створена для іншого. Хочеться стати певицею, стати знаменитою. Усміхнися мені, хай не з'єднує брови жура. Звезди не виносять собственноручно мусор, не моють собственноручно посуду, не пылесосять, не моють полы. Для этого стоит стать звездой, чтобы потом за тебя все делали люди другие. Поки ж прислуговувати майбутній суперзірці мусить мама. На занятия отвези, на концерт отвези, на фестиваль отвези, костюмы сделай. Если забрать у меня маму, то будет плохо всем. Потому что мама делает мне прически, делает мне макияж. Я сама это, конечно, смогу сделать, но потом уже на сцену выйду с плохим настроением. Тесса, как-то так, главное не нервничай. В моем детстве мне не уделялось столько внимания, и я для своего ребенка, естественно, делаю по максимуму все, що можу, і навіть іноді не можу. Тоді як Ваня досі не був на жодному концерті доньки. І що мені там сидіти служити? Піснюльки от ці от ваші, блін. Нафіг воно мені треба? Я що, це естет дитячого творчества, або що? Мені потрібно їхати по ділам, взагалі-то. А це не твої діла, це не твої діти, взагалі. Я просив, роди мені сина, Наті, дочка перша. Ты мне сына родишь, бах, опять дочка. Сколько можно? Четверо женщин в квартире. Плюша. Тоже женщина, тоже характер. Будешь решать что-нибудь. Не выносите мне мозг. Был бы пацан, сидел бы там в комнате, играл бы там в приставку или там во дворе футбол. Эти же лезут, понимаешь? Отстань, иди. Смотри мультик, Поля. Он даже не интересуется. Вообще, как дети живут. Ну, мне надо эта информация, правильно? Для Вани по-справжньому мает значение две речи. Як він виглядає в очах багатіїв? Хожу в спортзал. Солидное общество. Нужно хорошо выглядеть. Та де б знайти нових заможних клієнтів? На стрейкбол з'їздити можна там. Екстремальне розвлечення для больших мальчиків, які в'їсть лишні гроші. Таке життя Вані до вподоби, але дружині і дітям у ньому немає місця. Говорю, ти взагалі бачиш, що вокруг, говорю, відбувається? Ти, говорю, тут в коконі в такому красивому нарядному сидиш, говорю, не думає займатися сім'єю. Я же говорю, я работаю, я зарабатываю деньги. Правильно, по крайней мере, голой жопой никто не светит. А не только же в материальном-то ценность, Ванечка. Хочется, чтобы, придя домой, было элементарное тепло человеческое, чтобы обнял, поцеловал. Я хочу для своего любимого мужчины быть любимой женщиной. Та найбільше Ліда хоче, аби її зірковий кухар нарешті став батьком для власних дітей. Я очень хочу, чтобы изменилось его отношение к детям, отношение к семье. Не устраивает все. У Вани сьогодні вихідний. А от Ліда вже 15 років без вихідних живе. Хочется куда-нибудь, хотя бы на недельку, чтобы никаких проблем не надо никуда идти, не на что покупать, готовить. Вот это вот. Просто вот хочется реально отдохнуть. Приехал нарциссик такой, на этом, на кабриолетике. Я подумал, да приехал хаха к соседке. Здравствуйте, а мне нужна Лида. Здравствуйте, это я. Лида, собирайтесь, едем на отдых. Прям сейчас? Да, у вас 10 минут. Нет, мама, нет! Захожу домой, а оно стоит. Ну, тут уже, в принципе, понял, что, наверное, за женой приехали. Что за прикол, я не понял. А
Она уезжает. Я сейчас дверь закрою, блин, растяжки на ступеньках поставлю, никто никуда не выйдет. Я думаю, что сделать там домашнюю работу, там сказать, подготовить плацдарм для нормального существования. Ты хавать сделал вообще-то? Я не успела. Как ты не... Подожди, ты же не успела. Мама, блин, ну что ты делаешь? Тут начала убирать, не доубирала, посуда не помыта, хавать не приготовлено. Главное купальник и паспорт взять. Стиралку отремонтировать. Отремонтируй стиралку. А кто ее ломал, тот пускай ремонтирует. Да все, аривидерчи. Я думаю, это какая-то постановка там сейчас. За угол дома отъедет, все там. Кино. Кино, да, там камеры выключатся, там все дубль снято, там перекур, масик придет, там, ну что там. Нету, нету, посмотрел, нету. Ваню дружина повернеться лише за тиждень. Пипец, блин. Папа был на тот момент в шоке. Жена уехала, блин, посреди рабочего дня. Детей мне оставила, кошку мне оставила, жрачки не оставила, блин. Все. Тож заправляти жіночим царством тепер буде татко. Ой, не знаю, що це, блін, очкуюся, ребята. Ваню, без паніки. Сьогодні ти живеш так, як на твою думку живе дружина. А, то я сьогодні можу віддихати, чи що? А що ми мовчимо? Будет не помыта посуда, ну выкину и все. А от детей не выкинешь. Донечки уже есть хочуть. Голодные дети, это как голодный папа. Это все. Слух отключается, мозг отключается, работает только желудок. Жрать, жрать. Сейчас папа будет готовить. Яблочки там с творогом. Нормаленько получили, красивенько, все там карамелька и... Те самые точечки поделал. Мама так что делает? Я вас прошу. Я упадал. Все, кушайте. Настя поковыряла, поставила. Что не так? Я ненавижу яблоки, запеченные с творогом и с изюмом. Блин, даже если их приготовить детектор Хименес Браво, то мне все равно будет они невкусные. Ну, попробуй еще угоди. Панькатися с Настею, как мама, Ваня не собирается. Да нафиг ему надо. А вот себе задовольнити – дело святе. Так. Поедем на пляж. Я тоже хочу на пляж. Я тоже. Ты нас берешь с собой, ты в курсе? Настю пригальмуй. В татка свои планы. Так, Настя остается дома с Полей. Поля, папа нас бросает. Решено. Даремно Ваня відмовив доці. Папе еще попадет. Надо отвезти Плюшу к ветеринару. Куда? А массажиста домой не заказать, не? Мы же хахалей домой еще оплачивают. Замість самій відвести Плюшу до ветеринара, Настя наступила на найболючіший татків мозоль. Фу, ненавижу я коту. Мяу. Нет, отменяется клиника. Это вообще нормально. Пап, здесь ты уже никуда не едешь. Понимаешь это? Папа! Если бы я отказался, были бы слезы. Была бы истерика, были бы слезы, они мне нафиг не надо. Выела бы мозг не только так, а высунула, обсмоктала, вывернула бы наизнанку, всунула бы обратно, еще бы спрессовала бы мне этот мозг. Даже она все знает. Ну, короче говоря, согласился. Поймаешь, скажешь мне. Папа, иди помогай! Сколько в руки ты ее брать не будешь, держи сумку открытой. Папа, блин, это не то место, где нужно брезгать. Куда ты, блин, назад? Она даже руками, фу. Да так это не выход, блин, папа, ты вообще... Поля, что-то... Поля, текай. Так, спокойно. Раз. Застегивай. Короче, горе пополам. Застегнули. Папа пошел на базар. Шаурма. А куда идти, Поля? Как тебя, это, Настя?
Ваню, краще б ти не питав. Смотри, выходишь из нашего дома, напротив есть Петровский. Ты не переходишь дорогу, ты идешь прямо к АТБ. Просто пешком по стороне, где мы живем, то есть не переходя дорогу. Ну, слушай, настоящая женщина, они пытались сообразить, понять не могу. На зелененьком фоне. Вот там, вот как выйдешь слева, направо, но тебе не туда. А нафига ты мне это рассказываешь тогда? Скажи мне четко, куда мне надо. Ладно. Все, в квартире порядок. Ну, если бы послушал бы Настю, да как она объясняет, то я бы походил бы, и никто бы никуда бы не поехал дальше. Папа вышел на проспект, по левой стороне влево. Больше клиник нет. У нас же тут не квартал, ветвь клиник. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как пришел, то есть поставил сумку там, знаете, лечите. Как зовут? Плюша. Плюшенция. Ага, значит, пришли результаты анализа кошечки. Значит, обнаружена бактериальная инфекция. Давайте сейчас осмотрим кошечку, и я тогда назначу вам лечение. Достаем кошечку, держим ручку. Да, доставайте. Фу, блин, я брезгую ее. Тогда мы вам сейчас все покажем, потому что дома вам же нужно будет давать таблеточки. Таблетки? Да. Вам котенок не нужен? Недорого отдам. Ничего сложного нет. Это всего лишь один раз в день нужно будет делать. Я думала, вы справитесь. Такой папа не справится. Не, ну папа классный, но кошка... Сейчас я вам все покажу. Кошечку берем вот здесь за холку, так носит мама котят. И она становится совсем обездвижена. Такой открывается такой люк из подземелья. Власть демон, знаешь, что там. У меня мурашки по телу пошли. Вы видите, приоткрывает ротик. Вы сюда на корень языка ложите таблеточку и закрываете. Все, раз. Все, Боже, таблеточку съела. Отпускаем, и кошечка съела таблеточку. Все. Нафиг оно мне это счастье улыбнулось. Я вообще ее хотел там оставить. Я даже отвечаю, мы будем проведывать ее два раза в день. А сколько стоит стационар? Ну так, чтобы я просто подумал сейчас. Стационар в сутки стоит 80 гривен. Кошка в два раза дешевле стоит, чем ее лечение. Скажите, есть, допустим, вот какие-то кошки, те, которые там нужна перезарядка сердца, там, переливание крови, может, там какие-то глаза хорошие? Вы хотите, чтобы она почетным донором стала, то ей нужно еще чуть-чуть подрасти. Она еще маленькая. Ты подписала себе, детка, смертный приговор. Ваню, годі плюшу страшилками годувати. Краще б дітей нагодував. Вони досі навіть не обідали. Було б неплохо супик, гречечка. Ну, реально хотілося їсти. Настя! Что? Ребенок взрослый, пускай разбирается сама. Так, а ты что робитимеш? Папа обещал себе пляж. Я от обещаний своих не отказываюсь. Я себе обещал быть на пляже. Прохлада, ветерок так освежает. Стал так, знаешь, витарецкую елду, твои волосся так развивается по повитру. Не встиг тато піти з хати, Настя взялась холодильник атакувати. Тобі дав шоколадку, і ти заткнешся, на. Напхавшись солодощів... Поля взяла стакан, там була якась жижа, я не поняла, що це таке. Вона засунула плюшу в коробку, у неї тільки глаз було видно, із якогось квадратика, і Поля туди заливала воду. Все ковры были в этой хрени. Настя, ну а ты куда дивилася? Ну что я буду мешать? Пускай обливает, господи. Ну, мне ж убирать всю эту хрень. Папе, пускай убирает, господи. Поки діти насолоджуються свободою, мама теж нарешті розправить крила. Наконец-то я в Одессе. Если бы у меня была такая возможность, я бы просто переехала и жила бы на берегу. Чтобы даже никаких препятствий не было между мной и морем. Саме тут, в Одесі, Ліда шаленітиме від нових незабутніх вражень. Вау! Супер! Наблизиться до своєї мрії про високу кухню. Это шикарно. А просто зараз на маму чекають райські апартаменти,
в одному з кращих готелів країни. Тут я вижу, стоит просто шикарный отель. Аж дух перехватывало. Вау. Такой серьезный мальчик дает мой ключ, мою карточку от счастья. Открываю дверь и понимаю, что я открыла дверь в сказку. Мне перехватило дух. Боже, это все мне? Огромнейший номер с шикарными огромными окнами, через которые видно бесконечное море. Класс. Ну разве это не мечта? Мама насолоджується краєвидами, а тато... Прийшов домой. Я офігел. Вы видели эту квартиру сейчас? У меня такое ощущение, как будто слонята гуляли, блин. Одному 3, второму 12. В воде все. Заходишь, надо ласты одевать. Идешь, чувак, чувак, чувак. Представляешь, как идешь, тут, тут водичка чистая, знаешь. Там чай можно увидеть, а там можно вступить в сок. Настя! Что же это за дети такие? Пришел и как... О, что там все мокрое? Что? Что это вообще такое? Смотрите, геморрой вот это. Чего я ору, Настенька? Действительно. Мне вообще орать нечего. Я вообще спокоен, что дверь, наверное. Папа в нервах. Ну все, ничего, ничего делать не буду. Спать. Тупо спать. Спи, спи, Ваню. Але завтра на тебе чекає не лише прибирання, а ще купа справ за графіком дружини. Так раненько Ваня й не думав прокидатися, аж раптом. Дзвонок в двері. Тілінь. Повна хата людей, що відкрити нікому чи що? Ну, сейчас гляну, что там. Кто там смелый такой? Кто бессмертный? Кто водицы живительное выпил-то? Кто принял две таблетки для храбрости? Открываю дверь. Конвертик лежит на полу. Достаю там. Офигеть! График мамы. Прибрать туалет заплюшивает. Плюша. Я не понял. Вы что, прикалываетесь или что? Косичку по линии заплести. Нифига себе, блин. А это как? Пропилисосити. Помыть подлогу. Вот это уже все. Вот это можно было отсюда. Вот это все не писать, а просто отбой потом. Нету папе там ни на пляж пойти. Не в туалет сходить, папа обідає, папа вечеряє, папа відпочиває. Що такого нічого не було? О, Господи, коли я бачила графік на холодильнике. Це було просто смішно, ніколи не бачила папу, який моє туалети. Якщо там такий графік, то ви представляєте, що там по заданням буде. Спасти мир, остановити метеорит, узнати, хто убив Кеннеді, взорвати Нубіру, відшукати Анунак. Все правильно, приблизно такі завдання ти отримаєш. Але спершу графік виконай. Я ж хотіла папі допомогти. Кажу, папа, ну моя допомога стоїть 400 гривень. 100 хоча б. Хочеш, щоб я тебе допомагала? Деньги вперед. Ну не хочеш, ну сам працюй. Мені... Оля не любить чистити зуби. Зуби відкрий. Оля, не делай папе засаду, открой ротик. Так тебе мама делает. Все, хорошо. Почистили, все, слава богу. Папа, ты будешь меня умывать? Настя, может тебе еще попу помыть? Настя и без таткової допомоги упорається, а от Плюша сама не вилікується.
пальцем впасть туда, блядь. Да ну как это вообще? Я не понимаю, блин. Ваню, тобі ж учора все показали. Запусти. Давай, глотай. Тьфу ты. Тут мне голос подсказал, ее же можно размять. Таблетку чуть-чуть с водичкой и влить. Малиновая. Классная. Такое розовенькое. Иу. О, пошла жара. Свинюка. Такої неповаги до себе Плюша не терпітиме. Фу, мать моя женщина, Плюша! Що ти жреш такое? Фу! Це ж котенок, вона ж насрала, как будто бы слон. Ну, судя по запаху, окна запотели. Не встиг татко прибрати одну купу. Накакала! Пішла біда, відкривай ворота. Вот, видишь? Уже даже слышу. Не только я. Короче, запах говна по всей квартире был. Там котячий, ты человечий, блин. Что все едите такое, вонючий? Что Плюша, что ты, вы что, что корм одинаковый? Все? Да, все. Викинув гамно одну, викинув гамно второе. Аби клопоту від Поліни було менше, татко вирішив негайно відвести її в садочок. От тільки спершу доньці треба зачіску зробити. Ти должен делать профессионал своєї роботи, тобто должен делать мастер цієї прически. Ну, папа тут при чому? Ще Поля з утра. Домовенок Кузя от этот сидит, блин. Панамочку. В садик отвел. Все. Ваню, так Поліна ж нічого не снідала. Слушай, дружище, що ти мене париш? Ребенок там і позавтракать, і пообідати, і поужинать. А от у Насті літні канікули. Тож замість пухкеньких шкільних пиріжків доведеться їсти татків зелений борщ. Бульон зробив, шум зняв. Лучок обжарив, добавив картошку кубиком резаную. Сливочне масличко добавив. Ну, це вкусно. Побачимо, що донька скаже. Настя, вкусний чи суп? Ні. Настя принципово сказала «фі». Але борщ з'їла увесь. Ображений татко теж пішов на принцип. І якщо борщ не смачний, значить Настя його більше не їстиме. Рішив викинути. Що так по привичці викинув в унітаз? Унітаз забився! Та ладно! Що творить, сука, в цьому домі? Ну все там, картошка, там куриця, все там стоїть. Ох, твою ж... На роботі у мене така раковина, все, що мені треба, я викину, кнопку нажав, так пережало, блин, все ушло. Привичка, вироблена годами. Ну, взяв вершик, коли почав пропихувати його там, протовкувати. Та як Ваня не старався... Подивився, там же топтушка з м'ясом плавав. Ну так і не ушло. А час то йде? В спину графік дише. Тож замість ремонтувати унітаз... Пісять не ходіть! Ваня кинувся наздоганяти графік. Завантажити прання, попрасувати і скласти речі, які виправила дружина. Навести лад діти... Засипала повіною, ладно. Розгрібемося. І спершу Ваня взявся розгрібати брудну білизну. Пункт постирати мене, в принципі, не сильно спугав, якщо б не сломана машинка. Ваню, речі ще від учора в воді киснуть. Там води, я худію. Стиралку відремонтувати. Відремонтуй стиралку. А хто її ламав, то пускай ремонтує. Ваня, може, й не відкривав би машинку. А я ж потім глядь, а там же ж любимі труси мої фартові. Там труси мої, вон, блін, ті в яблочках імпортні. Їх в Монако купив, блін. Других таких нет.
Вот не делай их, понимаешь? Все. Нате. Жизнь пошла наперекосяк вообще. Жизнь не задала, жизнь дала трещину. Аби покращити своє життя вже сьогодні, Ваня організував рятувальну операцію. Сказав, що спасу. Трусики, значить спасу. Десант своїх не бросає. Ваня цілу годину вичерпував воду з пральної машинки. Операція по спасенню любимих трусів пройшла успішно. Труси реанімовані, прополощені і повішені на сушилку. Водички попив, чувствую, сейчас обоссусь, надо сходить отлить. Ваню, и куда ж ты пидешь? Унитаз ще твого борща не проковтнув. Офигеть! Я реально понимаю, что нужно спасать ситуацию. Придется руками часть пищи удалять оттуда. Короче, жесть. Да, он доставал суп руками. Это было реально для него жопа. Поигрался, появозил его там. Ушел камень с плеч. Але одразу ж прикотився інший. Дзвонок. Алло? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А мне Лида нужна. Она и мне нужна, но она уехала. Это же ужас, я заказывала торт. Она должна, обещала мне сделать. Попри силу селенно справ, Ліда встигає ще й торти на замовлення випікати. Адже мріє стати професійним кондитером. Если б была такая возможность, наверное, я бы занималась только этим. У меня в графике вообще этого нету. А ты мне сразу торт пихаешь. Не будет тебе тортика. Купи там печенька Буратино со сгущенкой, вообще шикарно идет, отлично. Мне лично очень нравится. Мама ж тебя убьет, мама ж тебя закопает. Папа обязан взять торт. Папа не может подвести маму. Ну, Турик, когда мне делать торт? Ночью? Ну, мама же делала торт. Мама делала торт ночью, но мама же не каждый день, мама же не вот так вот пердолила, как я сегодня, что пчелка Майя, блин. Ты пятый раз съешь за день, понимаешь? А я вот тут недоедки подоедав твои. Пап, ну... Ну что ну, Настя, что ну? И помощи же от тебя никакой. Абсолютно. Сегодня твой день. Да, сегодня мой день. Бинго! Был мой день, я в лотерею выиграл. Вот это мой день. Ты можешь сказать, папа, сегодня твой день, молодец. Відмовитися готувати торт ти можеш, а от підмінити дружину на роботі і нагодувати юрбу дітлахів – мусиш. Бігом тікати з хати. Тільки, щоб ніхто не трогав. Ось я приїхав. Доброго ранку. Мене звуть Ваня. Я шеф-кухар Любовь Ивановна. Очень приятно. Там работают женщины. Они привыкли видеть стандартная совдеповская форма повара. Белые брюки, белый хитончик, колпачочек, пилоточка, да, там. Тут красный цветочек, тюльпанчик по кухне хода, понимаешь? Красным ведь, все, отвечаю, красавчик. Все, там ласки блестят. Я кажу, я, наверное, якийсь такий з японського ресторану, чи що таке, як прийшов. Ваню, годі пір'я розпускати. Час до роботи ставати. Значить, сьогодні ви будете працювати місто Ліде у мучному цехі. Ви повинні приготувати піцу, да, для дітей. Ну, а я-то шарю. Я ж не зря вчився в вищому образованні, так-то, на секундочку. А об'єми які? 200 штук, так. Сколько? 200 чоловік. Якщо ти своєму олігарху одну страву півдня готуєш, то зараз на все про все маєш лише півтори години. Фігеть. Пытался максимально быстро все сделать. Замістили тесто. Забахали на начиночку. Все, ты спал, ты клепаешь, 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 клепаешь. Что, Ваня, не звик у такому темпе працювати?
У тебя реально сейчас вот устал. Вот у тебя на работе сейчас бы пошел бы попил кофе. А здесь кофе не попьешь, потому что поприходят, а еда не готова. Почему? Потому что повар пил кофе. Детей же это не интересует. Они вон бегают вон сейчас, вон придут жрать хотят. Ваню, меньше базикай. За півгодини обід, а ти ще жодної піци не спік. Время сколько? Я смотрю и понимаю, что все, по-любому я не успею. З таким славетним шеф-кухарем діти можуть лишитися голодними. Тож за справу береться звичайний кухар другого розряду. Сейчас покажу я. Ваня, надо сажать это. Вот это? Вот там духовки две. Туда. Піца лише в духовці, а діти вже на порозі. Нервы, волнение переполняло меня. Ну, знаешь, эти вот, хотя бы успех. Раз, два, мы не ели, лечи ты, есть хотим. Открывайте шире дверь, а то повара съедим. У меня была паника. Думаю, слава богу. Опачки. Понравится, не понравится. Честно говоря, очень даже переживаю, волнуюсь. Мужик-то может там сидеть, там мало соли, мало перца, ты, ну, будь есть. А дитё, если ему что не так, то что-то двинет, ты его ничем не говоришь. Это ребенок. А у меня сердце, говорю, вот так вот. Золоті мої, вам сподобалася піца? Так, клас. А знаєте, хто її приготував для нас? Ні? Приготував наш єдиний на сьогодні тато. Він до нас приїхав із передачі «Хата на тата». Дядя Ваня! Приятного апетиту! Спасибо! Шо, жесть, шо, ну, драйв, тато шо. Ну що, Ваня, дітям приємніше готувати, ніж олігархам? Класно, на самом деле. Когда они радуются, когда у них просто счастье в глазах, то есть, ну, он реально, он счастлив. Ничем не сравнится детская благодарность, когда дитё поело, сейчас пойдёт гасать, коленки сбивать. То есть я реально понял, что на работе мою жену уважают, ценят. Дома ничего этого нет. Нарешті цінувати працю Ліди навчився і Ваня. Все, до свидания всем. Забравши Полінку садочка, він шкурнув додому, щоб таки виконати замовлення дружини. Сколько будет человек? Скажите, пожалуйста. Человек 30. 30? Ну, где-то на 3 килограмма надо торт. Я постараюсь что-то для вас сделать. Хорошо. Будем делать тортик. Сделал сметанный крем. Добавил сахарку, ванильки. Перемазал коржи. Поломал желе. Татко готував торт на совість. І менш ніж за 3 години результат перевершив усі його сподівання. По-моему, получилось шикарно. Не молодец, конечно. 15 сантиметров торт, высота. А этот такой размер, что можно сделать уже приятно. Я думаю, жене понравится то, что я сделал. Главное, чтобы клиентке сподобалось. Здравствуйте. Я за тортом пришла. На вид очень даже хороший торт, красивый, мне нравится. Она довольна. Супер! Але своєму успіху татко радів недовго. Ще з обіду на нього чекає гора брудної білизни. Стиралка пілоткою накрилась. Так руками стирав, у нас що, ну, якщо графік, там указано постирати бельо, все. А у тебе круто виходить. Та ти що, як будто би всю життям займаюсь, да?
Настю. Може, замість підколювати батька, допоможеш йому? Ти що, дура какая-то? Мені що, діять більше нічого? Ми вернемось через часов 5. І тут Настя почувствовала, що у папи за пара буде. Вони пішли гуляти. Это белочка в колесе, знаешь, которая дает электроэнергию. Бежишь, бежишь. Устал, да? Тапочки поменяли. Все, бегом. Энержай дресс какой-то. Как будто бы скипидар сел. Это только начало. Что же будет дальше, я просто не представляю. З останніх сил Ваня приготував вечерю. Давай там трохи забахав. Вкусно. Діти, певно, нагуляли апетит і з радістю наминатимуть його курку. Садімося сюди і кушаємо. Ні, не хочу. Давай з ложечки. Полін, давай кушати. Мені тут треба ужином кормити дітей. Колю говорить напахавати. Вообще нереально. Воно й не дивно. Адже під час прогулянки Поліна вже напхалася морозивом. Так, Настю? Поля хотіла мороженого. Я купила, господи. Що хочу, то й покупаю. Понятно, у нього перебит апетит, і все. Не все делаешь наперекосяк, Настя. Ти мені палки в колеса суєш, понимаєш? Зачем? І так опаздываешь, блин, без этих подлянок всяких. И тут Настя, тебе надо, тебе на, папа, тебе на, тебе. Так вот, знаешь, тебе осталось там до взятия грота 15 метров, тут пулеметчик откуда-то взялся. То есть ты уже бежишь, ты реально понимаешь, сейчас вот ты бежишь, кидаешь гранату, взрыв, ты залетаешь и гасишь всех, кто в живых остался. И ножом потом добиваешь. И все, грот взят, наша точка. И вот ты бежишь, там все просчитал, что кидаешь пулеметчик, дружку. Ты худеешь, ты такой, тебя кидать назад, и ты бежишь вперед. Спасибо тебе, Дося, большое за помощь, за все, понимаешь, Настя? Прям юмор, а просто передос по юмору. Папа нытик, реально нытик. Вообще. Я реально себя почувствовал на месте мамы. Ну, вообще, как вот это все. То есть, никто не ценит, все только тыкают, шмыкают. Это и вывело из себя. Мне все-таки это обидно, там пахать приготовил. Я не хочу, как я носом кручу. Насколько ей обидно. Понимаете, почему Лена на меня злилась, там, когда я быковал, короче. Ну так нельзя. Действительно так вот себя вел, как скот какой-то. Последний. Схоже, графік дружини таки спустив зіркового шеф-кухаря з небес на землю. Коли ти приходиш, починаєш осознавати реальність, ти просто становишся в шокі, коли це все починає відбуватися з тобою. Якщо навіть убрати 5 пунктів, убрати з всього от цього, да? Вона ще, блін, успіває, я ж кажу, посмотреть шмотки дітям, там концертні платья, договоритися, допустим, там за якісь мінусовки, знайти студію. Уделить время поехать на студию, уделить время Насте, допустим, там при записи какой-то песни, там еще что-то, прослушать эту песню, где-то там подправить, а где-то, ну, у меня просто мозг кипит. Как это вообще можно успеть, я не понимаю. Так жить в таком темпе просто нельзя. Это нереально. Это каждой жене стелу ставить надо. Потому что это реально, это очень тяжело. И поэтому надо всячески пытаться помогать своим женам. Умеешь это делать или ты не умеешь это делать, надо вставать и делать. Зібравши всю волю в кулак, татко кинувся закінчувати графік дружини. Я, блин, психовал, плакал, я его сделал, понимаешь? Погладил. В коридоре порядок.
на кухне порядок. Оля спит. Любить. Любимое слово мое сейчас будет. Лег спать, и меня потушило сразу. Только голову подушки. Все. Вставай. Встаю. Вставай. Встаю. Вставай. Встаю. Ваня ледве після графіка дружини оклигав. І утром встав такий, фу, проснувся, наконец, не умер. Я встав. А тут ще й обов'язкові завдання. Мені кажется, то, що було зі мною вчора, хуже вже не буде. Та-дам-дам! Задання для папи. Привчити Настю до здорового способу життя. У свої 12 Настя важить понад 70 кілограмів. А все тому, що понад усе любить спати і кухати. Ну, звісно, якщо мама і тато професійні кухарі, то в холодильнику завжди знайдеться щось смачненьке. Я вже вічно жирю токами за порог, Настя зразу чуть на кухню. Усвідомлюючи проблему, Ліда не раз намагалася записати доньку в спортивний гурток. І індійський, і восточний, і бальний, які хочеш там, ну танці, допустим. Кожне заняття – це вирвані годи. Ти всю Петровську слышиш, що Настя йде на танці. Це ор і мама от это за собою. Ну кому це треба? А тато, хоч сам зі спортзалу не вилазить, привчати Настю до спорту не береться, лише кипкує з неї. От вона в прошлой житті була тюленем, це ж взагалі класно. Ау-ау-ау! Рибку пожрав, перевернувся, поспав там. Перевернувся, м'ячиком поігрався, пожрав, поспав, посрав. О, от це життя! Тепер замість насміхатися, татко має серйозно взятися за доньку. До приїзду мами Настя має забути про солодощі, їсти лише корисну їжу та щодня займатися спортом. Мамин графік я пережив. Тепер доця пробач. Бумеранг летить обратно. Реально буде месть. Значить, здесь, Тасенька, ми почнемо з тобою присідання. Організм, сюди йди. Упорлежа прийняти, ставити нерезканно. Встав, сів, встав, сів, встав, сів. Тасті буде сидіти на воді, на огурцях і на помідорах. І думаю, ці що, так же ж можете здохнути. Ну реально. Ой, я не збираюсь нічого робити. Кажуть, чоловік такий, як він є. Дальше еще интереснее пошло. Вивчити з половиною назви тварин, вівця, козуля, бізон, бурсук, дікозабр, хотів сказати. Від самого народження Поліною займається винятково мама. Таке відчуття, що це потрібно тільки мені. От щоб вона займалась, щоб вона розвивалась. Це який цвіт? Озьоний. Озьоний. А ще який цвіт? А какой тут еще есть цвет? Какой это? Тасис. Тасис. А Ване? Ему это особо не интересно. Ну, а зачем оно мне надо? Ну, все-таки девочки к маме. Ну, а теперь мама ты, то ж таки доведеться вчити назви тваринок. Завдання буде зараховане, якщо Поля правильно назве всіх тварин у зоопарку. Давайте закінчувати сьогодні. Куди закінчувати? Попереду ще два завдання. А, організувати романтичну зустріч для дружини.
А чого всі баби люблять романтику, я не можу зрозуміти? Ваня впевнений, справжній чоловік до спідниці не лащиться. Якщо б це пліжуєм ходити, так сяду на голову і ножки свішуть. Все життя Ліда мріяла, аби чоловік поступився своїм принципом, адже їй так бракує... Ніжності, заботи, щоб як-то не так, як брівно. Люксія ліжиш, а ти вокруг нього пляшеш і розказуєш, що питаєшся його пробити, куту дерево, а нічого не виходить. Життя штука коротка, і хочеться теж пожити і почувствуватися дійсно жінкою, а не мужиком в юбці. Я можу начитатися, допустим, пару днів в інтернеті цих всяких там в романтичній, блін. Посмотреть унесений вітром. Там говорять, о, Ешлі. Сидить хатка і поле кукурузи. Сіли вдвоєм і сидять, там на заказ смотрять. Ребята, у вас поле кукурузи убрати треба, блін. Придумать, куда его сплавить, эту блину убрать, поле очистить, спахать на зиму. Они сидят, ну что, работы нету или что? Ваню, годі дурниці молоти, ты далі читай. Пройти курс идеального господаря. Курс. Ну, ці жуки ніколи ж нічого не робили. Я не вмію делать мужську роботу. Тож і не дивно, що у квартирі Калістих панує справжня розруха. Відремонтувати ту ж дверцю, там, зробити щось з патроном. От як ванна у нас вже місяця два не цвіта. Ну, я не говорю там вже про проводку там, і тому подобне. Це що? Це обувь. А скільки от це от буде у таке состояние цієї обуви? Поки не викинемо Пашу. Ти хоч би вже прикрутив. Я? Бессовестно. Ты посмотри, в квартире все двери, какие ни возьми, они все падают, они все спадают. А зачем вы их ломаете? Готуйся, Ваню, хочеш ти чи ні, а господарем таки станеш. Адже з цієї миті за тебе береться викладач професійно-технічного училища, переможець конкурсу «Золоті руки Дніпропетровщини» Григорій Захарович. Він цілих 30 років муштрує молодих майстрів, тож і тобі спуску не дасть. А ось і він. Ну, сижу на дивані, стоїть ліприкон в зеленому костюмі. Здравствуйте. Добрий день, шановний. А ви хто? Я експерт. Григорій. Ваня. Що у вас тут налічників нет? Я їх зняв. Когда мы клеили обои. Я понял. А сколько прошло уже время с тех пор, как вы хотели сделать? А сколько? Года три, наверное. А, ну да. Четыре. Ну, ходит какой-то мужик по моей квартире там и указывает мне, что там то, там не то, там не то. Ну, блин. Дверцу надо прикрутить по новой. О, тут вообще капец. Справжній профі Григорій Захарович вже за 5 хвилин зрозумів. У нього руки крюки. Тут є на чим поработати. Квартира в запущеному состоянии. Надо привести это в порядок. І Ваня сам матиме шанс це зробити, пройшовши курс навчання у Захаровича. Пока. А просто зараз... Рішую я, короче, заняться з Полей словами животних. Зараз розпечатаю картинки. І будемо з Полькою учить. В принципі, нічого сложного. Вопрос. Ребенок у мене второй умний. Тож татко вирішив влаштувати Поліні прискорений курс навчання, аби вивчити одразу всіх тварин. На першому уроці можна дати максимум інформації, от вліть. Давай, хто це? Бізон. Це ведмідь. Це у нас хто? Барсук. Вона мене смотрить газонками. А? Козуля. А? Вівця. А? Ведмідь. А? Страус. Нет. Страус? Нет. Да. Нет, это курочка. Страус. Курочка, ляпа. Здесь, понимаешь, шарик об стену, а он обратно. Ще півгодини Ваня муштрував донечку. Кто это? И зрештою... Полечка, давай учить картинки. Полька начала дуреть. Хихоньки-хахоньки там... Вівця, да? Поля, хто це? Ні, зараз толку не буде. Треба чуть-чуть віддихнути.
так нічого і не вивчивши з Поліною, татко вирішив взятися за Настю. До речі, а де вона? Я люблю поспати, очень сильно люблю. Я могу на уроки заснуть. Ну, я могу у себя заснуть. Настю, давай, вставай. Настю роздуплив, розбудив. Схоже, панькатися з Настею татко не збирається. Ходіть за ній хвости заносіть. Я не буду. Тож, замість розробити план схуднення, Ваня вирішив діяти жорстко і спершу присоромити доньку. Становись. Ні. Коли тільки узнала, що папа захотів, щоб взвісилась на весах перед камерою, мені зразу в голові, ні, я не буду. Я реально не буду. Є якісь комплекси, ну все-таки, ну блін. Ну, мене реально оскорбляють, я по вулиці всі ржуть. Ти стесняєшся веса свого? Так, да, я не буду взвешиваться. Ну. Малыш, ну вся страна видит, як ти спиш 5 днів і їш. Нічого страшного, или що? Не стыдно? Показати свої кілограми стыдно? Стыдно лежать на диване, есть шоколад на крысу и фантики скидывать за кровать. Даже не в мусор пойти выкинуть, а за кровать запихивать. Посмотри, ты на кого похожа? Папа кричал, какая плохая, какая хреновая. Это было реально очень обидно. Да, я психанул, ну, блин, мне это реально достало. Настя и так змінювати своє життя не збиралася. А після таткових образ і поготів не хоче. Ну, пошло, ну, все, нафиг. Ти розумієш, що задання під угрозою, чи ні? Твої задання, я тобі тут ніяк не можу допомогти. Буде по заданням ноль, все, буде ноль. Вся сторона увидить. Хватит. Благодаря кому этот ноль вийшов? Звісно, хватит. Скільки ж можна? Ложись, спи дальше. Не забудь покушать только. З самого ранку Ваня взявся виконувати завдання, яке залежить лише від нього. А вот и наш герой. Добрый день. Ваня, вперед. Приехал, стоят студенты. И стою, как дурак, блин. Мне было неловко. Вот мои ученики, так. Они занимаются столярными работами, примерно такими же, какими должен заниматься ты. Вот мы тебе подготовили инструментарий. Угу. Он выложил инструменты, как что называется? Вот это что это такое? Молоток. Нет, это не молоток, это киянка. Я узнал, что такое киянка. А вот это что такое? Там, забыл, как называется. Это струбцина. Струбцина. Ну ничего. Закінчивши з інструментами, Григорій Захарович влаштував Вані ще один тест. Вот это импровизация вешалки. Планка верхняя с крючками, и к ней подходят же вот эти направляющие. Их надо было соединить вместе с этой планкой. Чтобы тебе облегчить задачу, я уже дырочки тут подсверлил. В них надо попасть саморезами. Ты понял? И, ну, в принципе, ничего такого там сложного нет. Попасть-то я могу в дырочку. Затягиваю так, как будто бы последний раз, чтобы же навсегда, понимаешь? Папа сделал. Папа вкрутил. Так, ну что? Ну, тут же надо же попробовать. Ну, поставить на ноги. Давай, смотри. Бери оттуда, ставим сюда посерединке. Я поднял. Вместе со столом. Ну да. Да, ну я тебе отвечаю, я на клеточку не умею кричать. Была какая задача? Прикрутить вешалку к вешалке. Папа прикрутил. Проблема в чем? Ой, ну давай, по чуть-чуть открути. Таких учнів Захаровича вже давно не було. Тут є на чому поработати. Я буду вчити, посмотримо, що з цього вийде. Сьогодні вчитиметься не лише тато. Ліда, яка мріє стати професійним кондитером, отримала унікальну можливість. Сьогодні у мене був майстер-клас Юлії Ангелової.
Юлія Ангелова відстоює честь України на міжнародних кондитерських конкурсах. Її роботи – це просто на грані какого-то понимания человеческого. Она делает просто шедевральные пирожные, торты, скульптуры из карамели. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Юля. Я Лида. Приятно. И мне. Мы делали такое пирожное шоколадное, которое называется фондан. Мы делали украшения из карамели. Вы хотите попробовать? Конечно. Мне было важно попробовать это все вот своими руками. Это как вот скульптор из глины лепит, там что-то ваяет. Вот точно так же из карамели. Ну, мы сделали специальное украшение. Вот. И поставим его, наверное, вот сюда. Это очень красиво. Чуть-чуть соуса сверху. Это шикарно. Спасибо огромное. Я очень рада, что нас с вами так вот свела судьба. Я очень вообще рада, что вам это интересно. Ліда наблизилася до своєї мрії. А Ваня робить перші кроки до перемоги в проєкті. Прогрес на лицо. Кілька годин наполегливої праці під наглядом Григорія Захаровича не минули даремно. Ну, руки из этого положения немножко выравниваются, и, я думаю, придут в нормальное состояние и будут работать все 10 пальцев на руках и 10 на ногах. Так. Тримати інструменти в руках Ваня може і навчився, але справжнім господарем стане лише тоді, як у власній квартирі лад наведе. Попробуй щось зробити, буде там є що робити. Щасливо. Обращайся, приходи ще. Хорошо? Ваня, спасибо. Та не встиг Ваня повернутися додому, як Настя приголомшила його новиною. Папа, завтра треба їхати на кастинг з X-Factor. Ну що, прикол какой-то? Чого ж прикол? Настя вже кілька років марить X-Factor'ом. Очень, конечно, хотелось. Это моя мечта. И нещодавно відправила на сайт проекту відеозапис свого виступу. А 2 години тому... Мне позвонили. Мы очень хотели бы пригласить продукта к нам на съемки телевизионного кастинга, чтобы ты выступила. Хорошо. Тут сразу знаешь, что мы едем. Можно не поехать. Такой шанс дается один раз в жизни. О, звонят, звонят. Да, здравствуйте. У меня вопрос, а вот куда, ну, куда завтра идти и что надо с собой брать? 8 утра. Угу. Будь на улице Закревского, 22. Я так что начал прикидывать, что такой улицы у нас в Днепре нет. А это где? Это на Троекищине. А это где? Это Киев. Киев? Я думал, в Киеве. С какого перепуга вообще? Причем тут Киев? Никто никуда не едет. Ты мне такие подлянки кидаешь. Мне ж убирать всю эту хрень. Папе, пускай убирает, господи. За что мне теперь тебя отвезти на кастинг? За вот это все? Ну ты вообще понимаешь, что для меня это очень важно или нет? Пап, давай думать, блин. У меня завтра на 8 часов утра, заказывай билеты. Тишина в студии. Папа! Аби Настя нарешті відчепилася, Ваня таки погодився відвести її на X-Factor. Їдемо на этот кастинг. От тільки носитися з нею, як з писаною торбою, не буде. Пускай она себя сама разбирается. Я этим вопросом никогда не занимался вообще. Всегда этим занималась Лида. Кастинг, все, она знает, где что лежит, куда позвонить, как там заказать билеты, шмилеты, не знаю, там. Собрались, поехали. Ты на вокзал провел, все.
Схоже, Насті вперше в житті доведеться самотужки готуватися до кастингу. Мені треба було на ті платі. Блін, якщо хоча б була б якась зв'язь з мамою, не допомогла. Не було дисків, не було мінусів. Мені треба було нести папин паспорт, свідоцтво про народження, ідентифікаційний мій і папин код. Положить вещи мої Поліни. Я думаю, для мами це буде приємний сюрприз, коли вона приїде узнати, що я це все зробила. Це все чудово, але ж головне випробування попереду. Чи зможе Настя подолати хвилювання і гідно виступити на головній сцені країни? Мені страшно. Ну, остається тільки надіятися на лучшее. Все. Не підкоривши досі жодного завдання, Калісті приїхали підкорювати X-Factor. Кастинг найпопулярнішого телешоу вже в розпалі. Там вже з камерами всі бігають, знімають, там з мікрофонами, чого те саме. Настя ніколи не брала участі в такому грандіозному шоу. Це все-таки необычний конкурс. Це X-Factor. Ласкаво просимо. Здравствуйте. Ой, здрасте! Ой, как я люблю таких участников! Привет! Как тебя зовут? Поля. Поля. А тебя как зовут? Настя. Настя. Так, и, видимо, это ваш папа. Да. Вас зовут? Ваня. Ваня, очень приятно. А где мама, говорит, ваша? Отправили ее от Анатолия куда-то отдыхать. А, так вы сейчас сами. Мама, вас чекает великий сюрприз. Тогда я тебе желаю блестящего выступления. А вот так Ксюха говорит. А Поленька тоже пойдет на сцену. Я думаю, Поля откажется. Пойдешь? Да? Вместе пойдете? Идем. Я вышла на сцену. Столько людей, такая атмосфера. Здравствуйте. Добрий день. Що за колектив такий на сцені? Це моя молодша сестричка, вона захотіла вийти на сцену. А як звати сестричку? Поля. Поля? Поліна. Поля, іди до нас сьогодні. Хай іди сюди. Іди до мене, іди. Давай, ти будеш сидіти біля нас, а сестричка буде петь. А що ти будеш співати? Усміхнися мені. Давай, співай. Я очень боялась, мне было страшно. У меня пульс, наверное, был за 300. Реально, у меня аж вот так вот рука тряслась. Просто было супер. У меня там просто, мне тоже, у меня пот меня кинуло, в холод меня кинуло. Тато, який не був на жодному концерті донечки, нарешті збагнув, яка ж вона талановита. Реально, я не ожидал. Вона класна. Дочка супер. Усміхнися мені. Хлывнюк. В
встав, начал хлопать стоя. Поднялся Игорь Васильевич, Нино, соседа встал, зал встал. Гордость за свою дочку я чувствовал. То есть гордость и где-то стыд. Пускай я не всегда мог, допустим, уделить внимание таким кастингам, но были моменты, когда я мог это сделать. Ну, не делал там, ссылаясь на там, усталость, там, еще что-то. Сколько тебе років, скажи? 12 років. У нас же 14 років лише можна співати. Я знаю, що з 14 років, але вже 4 роки я мріяла потрапити на цю сцену. Якщо б я мечтав об цій кар'єрі 12 років, я б обманув легко. Дописав би, так? Легко дописав би. Ти молодчиночка, будь ласка, підростай і співай, співай, співай. Ти цього варта. Молодець, сестричка. Дякую. Ти вмієш співати, і я думаю, ти будеш співати ще краще, але на превеликий жаль, я не маю можливості тобі сказати так, через твій вік. Але ти молодець. Я думаю, якби не возраст, то я думаю, я би пройшла. Тому що, ну, а так я розумію, не можуть нарушити правила. Тут правила є правила. Ну, я свою мечту виконала, я на цю сцену вийшла. Я заставила зал хлопати, я цим довольна. Дякую. До побачення. До побачення. Эта девочка далеко пойдет, у нее есть характер. Да. Я видел, когда ребенок побеждает, когда она выходит с большой сцены, у нее эта радость, эта эмоции. Там я понял, что это для ребенка очень важно. Я сделаю все возможное для того, чтобы мой ребенок был счастлив. А зробити доведеться чимало. Адже тепер у Насті з'явилася нова мрія. Конечно, я приеду на X-Factor через 2 года. Я считаю, что достойна победы. Я готова вот для этого сделать все. Тепер Настя готова почати нове життя і навіть відмовитися від найдорожчого. Папа, йди сюди. Іду. Знак того, що я дійсно готова похудіти, і що, ну, я тепер не буду їсти нічого сладкого. Смотри. Мій любимий. Я був в шокі. Настя вирішила повністю змінити свій раціон. Я видержу, я зможу. Якщо я для себе поставила ціль, що я зможу, то я зможу. Ми вирішили йти вместе цим шагом. Тобто я сказав, що я її підтримую. Зробимо салатик. Підтримати сестричку збирається і Поля. Я хочу різати. Ти теж хочеш різати? Так. Да. Хорошо, давай. Покушали. Настю, ну як тобі здорове харчування? Їсти можна? Я думаю, це реально вкусно. Зазвичай після сніданку Настя вмощувалася на дивані, але сьогодні... Упражнення на це діяти. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Пресс. У нас сделано. 5 приседаний. 5 отжиманий. И пускай там не по технике было. Ну, она приседала, она попку опускала, поднимала. Я считаю, ребят, это достижение для моей Насти. Досягнувши перших успіхів з Настею, Ваня сподівається, що і з Поліною вдасться порозумітися. Ще 2 дні тому, аби вивчити з Полінкою назви звірів, Ваня влаштував їй прискорений курс. На першому уроці можна дати максимум інформації, от вліть. Сьогодні Штатко вирішив змінити підхід і перетворити урок для Полі на веселу гру. А давай построїмо домик, щоб жили всі животні. Да, давай. І назовемо його зоопарк. Вот. Вівця там може жити, да? Там і... Бизон. Кто к нам в домик пойдет? Там есть вився и страус. Кто там есть? Кто это? Вився, сюда. Кто это? Кто это? Страус. Там.
Ребенку было реально интересно. Она смотрела и запоминала. В принципе, это процесс пошел. Кто в домик идет? Кто это? Да, Юля. Вот тут нету бизона. А где бизон? Покажи. Вот. Идет куда? В домик. Татко с Поліною майже годину гралися в звірі. Це були складні тварини, ну, для Польки. Ну, факт налицо. Ребенок сидів, смотрів, він там вчився. І, схоже, Поліна ні з кілечки не втомилася. Давай я папа отдохнет. Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, папа устал. Нет. У меня болят ноги. Нет. У меня волосы кашляют. Нет. Схоже, сил у Поліни вдосталь. І тваринок наче знає. Тож чому б не спробувати просто зараз виконати завдання? Поїхали в зоопарк сьогодні, проходіть екзамен. А для Полінки це ще й надзвичайна подія, адже в зоопарку вона вперше. Здравствуйте. Нам один взрослый и два детских. Я дуже нервничав, потому що на картинке це одно, мало ли, може медведь попой к нам ляжет і буде лежати. Ну що є? Ну що я йому скажу, во-первых? Значит, как-то так, чтобы она его узнала. Кто это? Медвежонок. Медвежонок. Первый, то есть все там. Колесико закрутилось, начали. Ну, это рыба. Ха, классно. А где вдальше? Кто это, Поля? Это овечки. Овечки. Есть. Идем дальше там. На картинке, помнишь? Как два. Страус и страус. Все у нас два. Пошли к верблюду. Кто это? Смотри, помнишь, что там такой? Два горбика у него такой. Кто это? Два. Олюд! Верблюд! Да! Это у нас кто без рук? Котлет. Как котлета тоже хорошо получается. В носике у тебя кто-то говорит, мама, у меня из носика кто? Да, Юля. Ты моя умничка. Тут у нас олень. Красивый северный олень. Во. А вон, смотри, кто там? Ага. Рога. Кто у нас рога носит? У кого рога есть, Поль? У мамы. Нет, ты что? Не снимай, ты что? У мамы, нифига себе. Батьки, посядь, никуда было бы рога у мамы. Офигеть. А кто это? А это? Ага. Рога. Зая, кто это? Блин, я так и знал, что за тебя за пара будет. Четко назвать животных вот там вот, да. Здесь вот на олене каком-то собакопорится, блин. Ну все, хана. Он какой-то плохой. Он какой-то плохой по жизни вообще-то. На каленый момент, то есть я там пытаюсь объяснить там, максимально, что Полечка, давай вспоминать. И кто у нас там был? Там, у нас была там козуля без рога, с рогами у нас был. Помнишь, у тебя была такая картина? Ага. А у кого рога? А, ну, Поля, ну. И тут она такая выдавила. Олень. Фу, наконец-то, родила, блин. Да, есть, наконец-то, все. Вот гордость была за ребенка. Ощущение гордости за себя. Сидеть с Полькой и чему-то так вот ее учить, учить. Я никогда в жизни этого не делал. Это неправильно. Детьми надо заниматься. Надо их развивать. Надо уделять больше внимания детям. Как бы там тяжело не было и уставшее, но ляг на пол. Рядом ребенок ляжет. И будете просто книгу читать. Это же несложно на самом деле. Мы выучили эти зверей, да? Мы с тобой сделали задание? Можно. Ставь здесь вот крестик такой, ставь. Тоже ничего. Мы сделали это. Выконавши первое задание, татко вирішив взятися за наступне, яке досі відкладав. Організувати романтичну зустріч для дружини. От тільки поки що у Вані немає жодних ідей. Я не знаю, як це буде. Я це взагалі ніяк не представляв. А й справді, як же ж ти романтичну зустріч організуєш, якщо романтик з тебе ніякий? Коротше, от мені треба стати немножко романтиком. Хоч щось зрозуміти, да хоч якісь рази, тобто елементарні. То есть, с чего вообще начинать? Нашел по интернету какой-то тренер. Приехал сегодня. Здравствуйте. 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 Меня удивило, что там одни бабы сидят. Простите? Женщины.
А вы? Ваня. Мне нужен сад романтиком, поэтому давайте... Девчонки, поможем такому очаровательному мужчине? Неожиданно. Ну, я думаю, да, надо мне помочь. Сумочку кину, там уселся. Очень активный мужчина. Не, так а что тянуть, слышишь? Пришел, увидел, победил. Правильно? Это ж не я сказал. А кто сказал? Правильно, Юлий Цезарь. Ну, пора бы знать, в таком возрасте такие элементарные вещи. Вань, у меня к вам вопрос. Как вы думаете, что такое романтика? Ну, как ты думаешь, малыш? Если бы я был бы не романтик, я бы сюда пришел. Ну что, вы совсем не представляете даже? Не сталкивался. У меня в жизни один раз была история. Я дома, муж на баскетболе. Он звонит. Такой, выходи во двор. Я вышла. Стою, говорю, так тебя нет здесь. Он говорит, подними голову вверх и посмотри на небо. И я поднимаю голову вверх, а там огромная красивая луна. Бред сивой кобылы. Девчонкам еще заняться не решил. Борщ сваренный, чешу, чикотлеты пожарные. Что мы тут робим, девчата? Додому, блин, из чоловіка зустрічати. Ні, ми всі розсуждаємо високо, блин. Вам вопрос. А от ви любите свою жену? Да. А що таке любов? Забота о чоловіці. Там було не хуже, ніж у остальних. Я тебе все упирається в деньги. У мене, кстати, такий случай. Вот у мене про друга. Она второй раз в браке. Она ожидала отношений, все шикарно, родила дочку, любовь, все хорошо. Но теперь, когда у них, они купили дом полная чаша, да, там они его там донаворачивают, делают. Но она говорит, а я не вижу его. Он пришел, принес что-то, ушел, он на работе, и у нас нет пространства, когда мы там встречались. Сижу такой охуенный тупо. Откуда вы знаете эту историю? Подождите, это как будто вы мою историю читаете. Она мне говорит, слушай, я не понимаю, зачем мне это надо. То есть, ну, я даже секса с ним не хочу. А я говорю, а что тебе надо? У тебя есть дом, дочка, которую ты хотела, вы пришли к этому. Она говорит, а мне надо просто посидела у реки с ней, почувствовала. То есть какие-то моменты пространства, в котором хорошо вдвоем, в котором мы помним, что мы мужчина и женщина, в котором я чувствую, что я лучшая для него. Где-то чуть-чуть, знаешь, у меня там что-то щелкнуло. У меня было мнение, допустим, что есть бабло, есть романтик. Не, бабок не надо. Иногда даже просто обнять в конце дня, поцеловать. Розмова з жінками розтопила таткове крижане серце. У тебе все получится. Все, большое спасибо, девочка. Да, всем спасибо. До свидания. Там я понял, что любая женщина, девушка, она как цветок. А цветок что нужно делать? Поливать. Если ты водичка, то есть романтика. Але Ваня так давно не робив романтичних вчинків, що тепер навіть не знає, чим здивувати дружину. Буду думати, я буду искати, як це зробити і де це зробити. Цілісіньку ніч Ваня ламав голову, яку ж зустріч влаштувати дружині. І таки надумав. Да, я все ж люблю мечту жену. Ваня одразу ж помчав до фахівців, які допоможуть втілити мрію Ліди в життя. Здравствуйте. Добрий день. Ваня. Сергій, присаджуйтесь. Сергій, у мене задання – встретить жену. Как-то романтично. Да. Вот это, наверное, будет предложение, романтическое предложение руки и сердца союза перед Богом. От такої! Усі 15 років Ліда чекала на момент, про який мріє кожна жінка. Нет, предложения не было у нас. Пошли, написали заявление, расписали. Ну, как бы вы бы это видели? Мне нравится вода. Мне нравится песок. Комсомольский остров? Там відкривається шикарний вид на Дніпро. В принципі, підходить. Подбавши про зустріч, Ваня чкурнув додому виконувати ще одне завдання. Тато, який ще тиждень тому уникав чоловічої роботи. Безсовісно, ти посмотри, в квартирі всі двері, які не візьми, вони всі падають. Я не вмію робити мужську роботу. Пройшов курс молодого бійця в справжнього майстра. Ну, руки із цього положення немножко виравнюються. І тепер готовий довести всій Україні, що руки в нього з правильного місця.
Ну, если руки золотые, то не важно, откуда они растут. А поки татко працює, Настя теж не сидить без діла. Я бігала. А на обід замість калорійної їжі Настя з'їла творожок. Схоже, від колишньої ненажери і лежебоки не лишилося й сліду. Дійсно, хочу далі продовжувати худіти, ну, слідити за своїм здоров'ям, займатися спортом. Думаю, що через рік я буду новою Настею. Насті нікуди поспішати. А от в татка лишилося обмаль часу, аби довести, що він став справжнім господарем. Лідер от-от буде в Дніпропетровську. Здесь, поджал здесь. Мінус один. Сделано. Всього за 2 години Ваня зробив те, про що дружина просила роками. Вот стоял, думал, блин, какого хи... Это же можно было сделать и раньше. Просто понял, что вот мужчина должен делать мужскую работу дома. Даже если он не умеет делать, ну, вот как я, учитесь. Учиться никогда не поздно. Ваня практично все завдания подужал. Мне вот осталось последнее. Встреча жены. Честно говоря, очень даже переживаю, волнуюсь. Я очень нервничала. Настолько прям у меня аж руки были холодные. Не верю, наконец-то. Ничего, вышла королева моя. Ты что? Ну, блин, она была просто нереально красивая. То есть я такой красивой и счастливой не видел давно. Вся эта романтика, все так классно, цветы ярко, Ваня такой весь в белом, все так, ну, вообще шикарно, конечно. Я тебя люблю. Все это время, то есть вот я ждал, я боролся вот именно за вот эти вот там 15-20 секунд объять. Мне очень тяжело было без тебя. Особенно, когда прошел твой день, день мамы. Ты же у меня умничка. Я прочувствовал жизнь своей жены от А до Я. Я понял, что тебе одиноко, ты же рядом со мной. Принеси домой еду, деньги, это не самое главное. Без любви, без романтики, без ласки и тепла никуда. Я вообще как в невесомости. Маленькая такая девочка, такая принцесска, все классно. И такой мужчина рядом, и этот мужчина мой, и только мой. И хочу сделать предложение. Повенчаемся. Ой, действительно, так вот хочется вздохнуть полной грудью, так вот сказать, я счастлива. Просто. Это действительно вот картинка из моей мечты. Шикарный муж. Просто шикарный. Вообще настолько все красиво, настолько все романтично. Вот это мама, мама, знаешь, он раз ему поворачивается, полька бежит, и Настя ее там. Мама! Моя кисть, моя девочка! Мама и папа, они уже как-то морально заряжены вот этой новой энергией, новыми чувствами. Мне кажется, все будет совсем по-другому. Они оба поняли, что без, друг без друга они не могут прожить даже недели. А еще за цей тиждень зірковий кукар спустився з небес на землю. Нужно быть на равных. Свою гордыню оставить за дверью, там,
гордыню, там, хозяина, босса, не знаю, там, классного пацанчика, за дверью снял его, зашел в квартиру мужчины. Мужчина и папа, и мужем. Тато зрозумів, як мало часу приділяв своїм талановитим дітям. А на додачу Ваня відкрив у собі романтика і став чоловіком Лідиної мрії. Я змінився, і я сам собі щось нарадуюся. Але й це ще не все. Татко виконав усі завдання, і за це йому... Тридцяточка! Сім'я – це допомога, взаємопонимання, любов, забота. Тобто, без цих качеств сім'я не сім'я. Мамочка.